Всем здорово! С вами Android Androidage и ваша любимая рубрика топ-3 Android игр. Первая игрушка называется Hero of Combat. Она представляет из себя аркадный шутер дополненной реальности. По сюжету вы будете сражаться с различными драконами, которые появились с другого измерения. Чтобы их уничтожить, вы сможете использовать арсеналы различного оружия, например, берету, УЗИ и другие виды. Так что сделайте все возможное, чтобы убить этих существ и не дать им захватить наш мир. Саму игру вы сможете скачать по ссылке, а мы идем дальше. Love You to Bits – это захватывающая головоломка на Android с научно-фантастическим приключением забавного робота. В этой игре вы будете играть за космо-неуклюжего робота, который должен отыскать свою подругу Нову. В результате несчастного случая наша героиня Нова распалась на частицы и растворилась в космосе. Теперь вашему герою необходимо путешествовать по огромной вселенной и собирать многочисленные детали. Исследуйте все планеты и многочисленные миры, где вы повстречаете на своем пути многочисленных пришельцев, множество головоломок и трудновыполнимых задач. А мы переходим к последней игре. Наверное, многие из владельцев Android устройств помнят те самые стрелялки с видом сверху, от которых приходили в восторг все подростки конца 80-х и начала 90-х. Что же, в это время подобные игры действительно были в новинку. На данный момент возможности игровых платформ шагнули далеко вперед, однако найдется немало поклонников и почитателей ретро-игр. Студия-разработчик Anarchy Enterprises решила порадовать почитателей данного направления и выпустила в свет игру под названием Kick-Ass Commandos, в которой вам предстоит играть в роли солдата отряда особого назначения, при этом выполнять миссии, к которым вас совершенно не готовили, а именно уничтожать зомби, монстров и прочую нечисть. В остальном Kick-Ass Commandos — это классическая стреляка с видом сверху и пиксельный график. Ну на этом сегодня все, если вам что-то понравилось, обязательно поставь лайк. А с вами был Android Androidage, всем пока!